Слава приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем столетие со дня рождения легендарного советского музыканта, композитора, скрипача, пианиста, народного артиста Советского Союза Яна Френкеля. И я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену камерный оркестр «Виола». Заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики Валерия Путря. Открывает второе отделение нашего концерта одна из самых известных песен Яна Френкеля, ставшая лейт-темой сегодняшней программы «Русское поле». Исполняют Игорь Дулеев и вокальный ансамбль «Интрада», руководитель Юлия Колосовская. И скажу, не даю.
звучит в нашей программе, особенно дорога и любима именно в нашем крае, потому что рассказывает о нелегкой, о непростой жизни тружеников шахтерских городов и поселков. Конечно, вы знаете эту песню «Шахтерский характер». Слова написал наш земляк-донбассовец Михаил Матусовский. Это еще один замечательный пример сотрудничества Яна Френкеля с выходцем из Донбасса. Итак, «Шахтерский характер» поем вместе. Когда мы идем после смены степною дорогой прям, дороже еще и милее нам кажется эта земля. Мы долго любуемся солнцем, глаза прикрывая рукой. Шахтерский характер такой, такие сердца у шахтера, шахтерский характер такой. Когда грозы потемнели, заветные воды конца, мы правду свою защищая, умеем стоять до конца. И пьем мы врагов ненавистных, к прикладу прижавшись щекой. Такие сердца у шахтера, шахтерский характер такой. Такие сердца у шахтера, шахтерский характер такой. Горнянские лампы не гаснут, мы путь свой находим во мгле. Шахтеры живут под землею, чтоб было светло на земле. И уголь течет из собоя тяжелой черной рекой. Такие сердца у шахтера, шахтерский характер такой. Такие сердца у шахтера, шахтерский характер такой. Окончательное признание к Яну Френкелю и среди его коллег-композиторов и в высших эшелонах власти пришло, когда он победил в конкурсе на лучшую редакцию государственного гимна СССР. Его версия, его аранжировка победила среди других десятков версий именитых, маститых музыкантов, композиторов, аранжировщиков со всего Советского Союза. И тогда он почувствовал такое, ну, что ли, снисхождение от своих выдающихся, в кавычках, где-то, может быть, коллег-композиторов, членов союзов композиторов Советского Союза. И нужно сказать, что именно после этого получила развитие его гастрольная деятельность по всему Советскому Союзу, по необъятной нашей Родине. И сейчас в нашей программе прозвучит замечательная песня «Он, она, луна» в исполнении вокального ансамбля «Интрада».
Советского Союза. Ее исполняли и Людмила Зыкина, и Валентина Толкунова. И сейчас эта замечательная песня «Стою под тополем» прозвучит в исполнении вокального ансамбля «Интрада акапелла». Композиторам. Обычно композиторы пишут музыку, предлагают ее исполнителям, исполнители поют, получают свою долю славы, и на этом, в общем-то, функция композитора заканчивается. Но Яна Френкеля любили не только как композитора, но и как исполнителя, потому что его хорошо знали, он гастролировал с концертами, как я уже говорил, бывал и на Донбассе,
и десяток концертов за один гастрольный тур, такое количество программ не мог позволить себе даже самый известный и хорошо узнаваемый артист. И вот он был настолько популярен, что ради его выступления однажды снесли стену сельского клуба. Представьте себе, композитор приехал с гастролями, а инструмента в красном уголке не оказалось. Пришлось тащить рояль из соседней школы и ломать стену. В дверь он не проходил. Следующую песню из кинофильма «Белые росы» исполняли и Андрей Миронов, и Николай Караченцев, и многие другие выдающиеся исполнители Советского Союза. В нашей программе эту песню исполнит Игорь Тулеев. Стихи Михаила Танича «Страдания». Нету, есть любовь, нет любви. Уж нет и мне, и так, и это со словами и без слов. Обладал немало веток, но давал немало ров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на две порядки все страдания в тренера. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Все мы ты, гармошка, пела переборами змея. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней так и эдак со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров. Наша сегодняшняя программа имеет песенный характер, однако у Яна Френкеля большое количество инструментальных произведений. Мало того, некоторые его песни имеют инструментальную версию. И сейчас в нашей программе прозвучит замечательная танго под названием «В раздумье». Вот подумайте о жизни, подумайте о Яне Френкеле, подумайте о себе, о своих родных и близких, о камерном оркестре «Виола», о Донецкой государственной академической филармонии.
Памятное место Миола. Соло на рояле Нана Агунова. Очень проникновенная мелодия. Я думаю, что вы думали только о хорошем. Под эту мелодию о другом думать невозможно. Плохие мысли не приходят в голову. И нужно сказать, что у Яна Френкеля, такого большого, рослого, под 2 метра ростом человека, с громким, поставленным голосом, песни получались именно такие трогательные, душевные, лиричные, западающие в душу глубоко-глубоко. И одной из таких песен является, пожалуй, одна из самых знаменитых его песен «Журавли». За всенародную любовь в то время можно было поплатиться. Именно такой масштабной, огромной была любовь народа к этой песне. Понятно, послевоенное время, послевоенное восстановление городов, регионов Советского Союза. Но за Френкеля вступили сами фронтовики, даже маршал Иван Конев. А Леонид Брежнев, представьте, куда дошло дело, написал резолюцию: «Журавлей исполнять можно, но не часто». В нашей программе звучит эта замечательная песня. Кто знает и помнит слова, давайте петь вместе. «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Порой, что солдаты
с кровавых не пришедшие полей. И в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Очень любимую, популярную и считающуюся народной представит сам автор. Внимание на экран. Никогда невозможно предсказать, сказать, судьбу песни, как сложится эта судьба. Но, по-моему, самая счастливая судьба – это у той песни, которая живет, которую поют. Она уже как бы вошла в сознание людей, независимо от того, знает ли кто ее написал или не знает. Порой песню даже считают народной. Вот как случилось с одной моей песни, почему-то все считают ее народной. «Калина красная». Вы знаете, то, что это народное, это правда наполовину, потому что слова там народные, а музыка моя. Был даже такой случай, когда замечательный музыкант, композитор и дирижер Евгений Светланов написал симфоническую поэму памяти Василия Шукшина. Назвал эту поэму «Калина красная», и там использована тема песни «Калина красная». И многие, писавшие об этом произведении, отмечали, во-первых, удачный выбор народной песни, и подчеркивали, что это еще одно убедительное доказательство, как обращение к фольклору обогащает профессиональное творчество. Калина красная, Калина.
Ленинграда. Следующую песню тоже ошибочно считают народной. Авторы у нее есть, да еще и какие. Музыка Яна Френкеля, а стихи Сергея Есенина. Над окошком месяц для вас поет заслуженный артист Украины Анатолий Юхнов. Стаса Михайлова. «Без тебя», «Для тебя», «Все для тебя» без, и так далее, да? То есть много вариаций. Но в отличие от Михайлова, в этой песне, песне Френкеля, есть замечательная музыка и замечательный текст Игоря Шеферана. И эту замечательную песню «Для тебя», для каждого из вас, исполняет Игорь Тулеев и вокальный ансамбль «Интрада». Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я с
всем сердцем рука. С неба звезды достал, чтоб единственным стать. Для тебя, для тебя будет радость. Я чей друг, и не злым сразу стал сильным. Сколько звезды, звучит замечательная музыка Яна Френкеля, вальс «Расставание». Руководитель Юлия
Вера Колосовская. Заслуженный артист Украины Анатолий Чугунов. Игорь Куреев. Автор и ведущий программы Александр Борецкий. Спасибо большое.